Рядом со мной стоит Мария Андреянова, производитель женских сумок. Мария, могли бы поподробнее рассказать о вашей компании, чем вы занимаетесь? Да, конечно. Нам уже 4 года. Мы занимаемся производством сумок из дерева с ручной росписью. Каждая сумка расписывается вручную художниками. Также у нас появились сейчас линейки. Это сумки с подсветкой световые. И развиваем направление кожаных сумок. Скажите, Мария, какие рынки сбыта есть у вашей компании и какие рынки сбыта бы еще хотели добавить? В основном сейчас у нас интернет-торговля розничная, это Instagram-страница и наш сайт, официальный интернет-магазин. Вот. Но хотим также попробовать поработать с оптовыми покупателями, в том числе поэтому приняли участие в CPM. То есть сейчас вы ставите акцент на именно оптовых закупщиков? Ну, нам интересен этот канал. Как успехи обстоят сейчас на выставке CPM? Ну, наш продукт привлекает большое внимание, люди фотографируют, снимают видео, потому что продукт очень интересный, то есть такое нигде не встречают, и особенно сумки с подсветкой вызывают вообще эмоции. Продукт действительно эксклюзивный и уникальный в своем роде. Мария, а скажите, пожалуйста, вот нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят, как вас можно найти в рамках выставки CPM? У нас стенд 7-2. Пожалуйста, подходите, с удовольствием покажем, расскажем о каждой сумочке. С нами была Мария, спасибо вам огромное. Спасибо.